Страшная дорожная авария унесла жизнь четырех и здоровье еще одного человека на участке федеральной трассы М5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом. Сегодня ранним утром в четверть пятого часа утра на 79-м километре этой дороги в 120 километрах от Екатеринбурга столкнулись две легковые машины «Лада Калина» и «Ауди А4». Челябинские полицейские не сообщают, в каком направлении двигалась каждая из машин, но думается лишь потому, что прямых свидетелей этой аварии не было, а опросить кого-либо из участников не представилось возможным. Из фактов имеем следующее. Калиной управлял 44-летний житель Екатеринбурга. Рядом с ним находился его 39-летний земляк. Оба эти мужчины погибли на месте. В «Ауди» за рулем был 28-летний житель города Миасс. Он также от полученных ран скончался до приезда скорой. А вот оба пассажира иномарки, 43-летний москвич и 26-летний екатеринбуржец, были доставлены в реанимацию Кунашакской центральной районной больницы, где менее чем через полусуток приезжий гость из Москвы отдал Богу душу. Молодой екатеринбуржец на время монтажа этого сюжета был жив, хотя его состояние врачи оценивали без всякого оптимизма. Обе машины получили разрушительные повреждения. По словам людей, регулярно пользующихся этой автодорогой, в прошлом году строители закончили укладку нового асфальтового полотна на одной из двух проезжих частей. Буквально этим летом этот участок был открыт, а вторая разбитая проезжая часть, соответственно, выведена на ремонт. В результате на идеально ровном асфальте автомобилисты набирают высокую скорость, при этом встречные потоки не разделены. Следователи не исключают, что причиной этого жуткого лобового столкновения мог стать сон водителя одного из автомобилей.